вывожу отсюда на основной, и там быстрее собирается тогда 100. Ну, понятно, да. Ну вот, смотрите, вот сегодня еще у нас 12 число, а 31 тысяча уже закрыта чеками. Понимаете, что это несложно? Это несложно. Тем самым, помимо того, что мы закрываем свой кэшбэк, мы еще информируем людей через вот этот инструмент, через доступный, через простой для понимания для них. И вот потом вывести, да, у нас вывод, основной кошелек, правильно Ирина говорит, что на основном можно быстрее копить, если там с индексов еще идет, быстрее накапливать 100 и более, чтобы заводить обратно. Если 100 на кошельке, то выбираем пополнить депозит. Ну и если человек хочет вывести, то это вывод вот на биткоин кошелек. То есть вот здесь спокойно у нас есть три варианта вывода. Соответственно, я каждый день то, что мне приходит, вот с кэшбэка уже вот эта сумма приходит каждый день, видите? Вот они. Но это я просто с кошелька пополняла, да? А это вот каждый день приходят, и я их каждый день добавляю. Теперь прошу заметить очень важный момент. У нас здесь нет такого каждый рабочий день. У нас здесь каждый день приходят. У нас каждый день и субботу, и воскресенье, и понедельник приходят дивиденды. Вот здесь то, что Светлана спрашивала, вот здесь отражается, сколько уже за декабрь пришло. В процентном отношении, сколько с кэшбэка, какой процент с депозита и реферальное начисление. Реферальное начисление также идет 3% от процентов с депозита. Плюс 5% за пополнение депозита партнерами вашей первой линии. Вот. Вот ноябрь мы можем посмотреть, да, вот за ноябрь 6 тысяч долларов по кэшбэк-сервису. Октябрь 4 800. Но это я добавляла. Я постоянно увеличиваю депозит. Поэтому у меня как бы, ну, уже такая сумма. Я сама 5 месяцев всем рассказывала, обратите внимание на кэшбэк-сервис, обратите внимание, он самый эффективный. Даже вот хорошо, да, у меня уже кэшбэк 25%, да, плюс 6, 31. Но даже если у вас первая, вторая, там, третья звезда, даже вот вторая звезда 17% плюс 6, у вас 23%. И вот смотрите, как пролетели эти 5 месяцев. И уже с декабря месяца полноценно со всех месяцев идет депозит, вернее, и депозит, и кэшбэк. И по суммам он разный. Все же хорошо помнят, как начисляется депозит, как он теперь распределяется. Вот здесь можно все отслеживать. То есть это за пополнение, реферальный бонус, это пополнение так. Вот начисление кэшбэка, да? Вот за 11 декабря кэшбэка 179 долларов начислено. Проценты по депозиту тоже. И так далее. Вот таким образом я не перестану говорить, что кэшбэк наш один из лучших продуктов. И вот они чеки. Вот они чеки. Так, все отлично. Главное, так все понятно, ну, когда разбираешься с этим. Вот я не дополнилась, я до 1000, я не получаю реферальные. И, конечно, надо стремиться срочно до 1000 Ну дойти. вот 1200 даже очень эффективно, там как-то по реинвесту ребята рассчитывали, но вот Андрей видео это записывал. Вот, поэтому, когда мы идем обратно в партнерку, да, и смотрим, то, конечно, мы видим товарооборот у нас учитывается по... И вот сюда мы заходим, да, вот первая линия, вторая линия. Но, тем не менее, уже видите, что вот партнеры моей первой линии уже на 77 тысяч, вторая на 100, на 145, на 138.
вот уже товарооборот по кэшбэку. И он очень важный. Сейчас еще подключались люди, да, и я, как и обещала, покажу сейчас покупку индексов за последние дни после вот этих смешных новостей. Смотрите. Покупка, реферальный бонус за покупку индекса. Вот смотрите числа, и вот смотрите, и по 3 индекса, и по 6 индексов покупают. Вот 11, вот только вот одна страничка. Ну, показательно же, друзья, это первая линия только. Вторая страничка, вот она. Это же показательно? Скажите мне. Конечно, да что там, конечно. Конечно. Вот, потом, ну, продукт, да, вот я, например, продукт продлила вчера на 15%. Вот, у меня выплата была здесь 15 декабря, и я вчера продлила, и у меня вот, ну, в связи с праздниками, да, увеличилось еще на 32 дня. Вот сегодня уже 31 день, да, 12 января теперь выплата придет. Но у меня к той сумме, которая у меня была на продукте, я добавила 15%, и это $9300. Прямо существенно. Прям существенно, да, 15%. Это вот такая сумма. Вот, и, ну, у меня есть покупка крупная, и поэтому я имею в виду свою семью. Наташа, посмотри, 15% нужно нажать тогда, когда еще сумма не пришла, правильно? Конечно, конечно, хотя бы да. За день до вашего, да, когда у вас еще один день там висит. Да. Вот у меня там было что-то 3-4 дня или 5 дней, и я уже увеличила. Потому что, ну, мне лучше вот 19 января у меня придет. Как я делала? Вот смотрите, видите, у меня 16, 21 и 22 сентября договора. То есть в одно и то же время. Но я сделала один договор на 4 месяца, второй договор, вернее, тогда было 3, на 3 месяца, на 4 и на 6. И вот эта сумма придет в марте. Вот я прям сделала все возможные варианты договора. Но теперь вот этот договор, который я сделала на 3 месяца, да, я его продлеваю еще на месяц. Вот здесь была сумма к получению 63 тысячи и стало 71. А вот этот договор у меня был, там сколько у нас тогда было, я уже забыла, 3, 4 и 6, да? Да, 3, 4, 6. А вот этот договор был на 4 месяца, и тут сумма 65. А если бы я его сделала на 3 месяца и потом на 15% увеличила эту сумму, то она бы была здесь, ну вот если здесь была 63 и стала 71, то здесь 65 стало бы, наверное, 75, ну даже, может, больше. Да. Видите, тоже. То есть что это означает? Вот мы же тоже здесь некоторые моменты вычисляем методом тыка, да? Ну, короче, особо одаренные экономисты, конечно, могут это все заранее посчитать, но мы вот таким образом. Получается, что выгодно продлевать на 15%. Вот в разделе автомобили я же тоже делала продление на 15% вот этого договора. Вот. Вот видите, Наташа, у меня... А лайф ты не делала, лайф? Нет, лайф не делала, хочу сделать, но вот лайф пока не делала. Вот, и здесь то же самое. У меня была сумма 36, и я продлила на 15, ну, на месяц на 15%, и получилось 5800 плюсом. Вот по этому договору. Вот этот тоже буду продлевать. Вот этот. И получится 126 500. Я уже посчитала. Вот видите, как время быстро бежит. Уже 91 день остался, а было только недавно 120. Да все летит, как я не знаю, пули. Да.
индексы. Раз уже пошли гулять по моему кабинету, у меня 130 индексов. Вот 35 тысяч на кэшбэке, 130 индексов работают в индексах. Индекс 2. И, кстати, уже несколько партнеров приобрели тоже индекс 2. Но, опять же, не рекомендую, ну, я попробовала там, ладно, потому что в зачет вот это не пойдет, а пойдет только 16 числа. Поэтому потерпите, если кто имеет желание купить индекс 2 до 16-го, лучше потерпите, не покупайте. Тем не менее, предупреждали, но все равно вот мы сейчас... Вот, видите, вот кто-то опять индекс 2 купил. Ну, это тоже, Наташа, у кого есть индексы, тот получает, да, реферальные? То есть тоже. Конечно, вот смотрите, сколько вот раз, два, три, четыре, пять человек купили уже второй индекс. Если бы я не купила, то $250 прошли бы мимо. Хотя вот эти $5000 не идут сейчас в зачет товарооборота. Понятно, да? Они, получается, с 16 числа только пойдут? Или вообще да, не пойдут? Да, они с 16 числа только пойдут. Смотрите, в Инстаграме Саппортино, там вся свежая, достоверная первая информация. У нас, я вижу, девочки тоже к нам в чат эту информацию перебрасывают, да, вот прям картинками. Ну, запоминайте, изучайте, конспектируйте себе, имейте рабочую тетрадь, где вы все это пишете. И тогда вы будете точно знать ответы на все вопросы, и тогда вы точно своим партнерам сможете донести. Ну, это все хорошо, но я возвращаюсь опять. Вот я 5 месяцев говорю про кэшбэк-сервис. Я не перестану про него говорить. И мои слова подтвердились, что сегодня после индекса первого он самый эффективный. Даже вот индекс, вот этот наш базовый, он все равно дает 20-21%. А развивая кэшбэк, вы его можете, у вас есть куда расти. У вас есть возможность развить его до 31%. Это хорошая зона роста, это хороший свой собственные цели, результаты, планки вы ставите. И это очень легкий диалог с вашими будущими партнерами. Понимаете? Очень легкий диалог на уровне кэшбэка. Вот повторю сейчас, смотрите. Когда вы человеку говорите, ты будешь получать в месяц 21%, или ты будешь получать 1% в день. Все, шоры упали, это у вас хайп, лохотрон, пирамида. Когда ты с человеком разговариваешь, что, ну, у тебя же там где-то депозит есть, да, ты сколько на депозит получаешь? Человек там говорит, например, 6% годовых там, или это. Ты говоришь, а кэшбэк там какой? Там тоже есть кэшбэки и в Тинькове, и в Альфе, и в Сбере. Но там целенаправленные кэшбэки на определенные покупки или чтобы расплатились только этой картой, и они там очень маленькие. Но зато эта форма общения с человеком, она уже, знаете, как вот модное такое выражение, да, у него уже сформированы нейронные связи на депозит 6%, на кэшбэк. И когда вы начинаете показывать свой вариант кэшбэка и свой вариант депозита, он, конечно, выгоднее. И это очень легкий диалог для вовлечения ваших друзей вот именно в пользование этим сервисом. Вот здесь же не надо, да, там человека... Вы, вот Таня сейчас очень правильно сказала. Конечно, я против такой фразы «я ничего не делаю». Она делает и очень много делает, да, и обучается, и работает с командой, в офисе, и консультирует людей. Она очень много делает. Это она не, ну, формулировка не та, что вот я ничего не делаю, а команда у меня растет. Нет.
Она очень много делает, но когда вы начинаете разговаривать с людьми на языке кэшбэк-сервиса, будет этот человек строить бизнес, не будет он строить бизнес, это не важно. Он начнет пользоваться, он потом сам разберется. И на лайф ему может зайти, захочется, и на продукт захочется зайти. И Таня очень правильно сказала, я просто рассказываю. Просто рассказываю о возможностях, которые есть в нашей компании. Просто рассказывает о том, чем пользуется она и что она получает. И, конечно, у нее есть очень классная личная история, как она вышла из формулы бедности. Это, ну, конечно, это такой прорыв. Всю жизнь просидеть, да, вот это осознать, это, конечно, очень ценно. Вот. Ну что, вопросы, может быть, есть какие-то? Включайте микрофон. В принципе, нас достаточно человек. Вот я смотрю, и есть даже новички. Сегодня такой звук хороший, прямо сегодня так как-то прям. Да. Здорово. Сегодня хорошо. Добрый день. Наташ. Да. Добрый день, Казахстан беспокоит. Скажите, пожалуйста, а хэшбэк, есть ли разница, вот, допустим, хэшбэк лежит на долларов, кэшбэк, а есть ли разница на месяца, проценты начисленного? Если немножко прерывались ваши вопросы, если я правильно поняла, у вас депозит лежит неизменно. Вы его не трогаете. Да. Но да. Вы каждый месяц можете добавлять, хоть каждый день добавлять депозит. И он у вас будет также пересчитываться. Он у вас идет вот сюда в увеличение, в зачет, вот сюда плюсуется. И у вас увеличивается сумма, на которую вы должны предоставить чеки. И в этом месяце у вас будет пропорционально считаться. Например, 35 тысяч стало там 10 числа, да? Так вот, за период с 10 по 1 у вас будет процент и на депозит, то есть пересчитываться, это у вас не 6% будет. Вот я, например, сейчас цель поставила, да, увеличить депозит до 50 тысяч. Пока я его не увеличу до 50 тысяч, я не смогу вот посчитать, какой у меня идет процент. Да, я буду вот здесь вот видеть это процентное соотношение. Но так как у меня они днями высчитываются, каждый день, тоже можно посмотреть. Видите, разные суммы начисления. И вот даже, смотрите, допустим, 9 декабря это 296, а 10 декабря 273. Но здесь, скорее всего, вот здесь заложен еще реферальный бонус. Когда мои партнеры первой линии, вот видите, у меня же все-таки есть реферальное начисление, пополняют свой депозит, я получаю 5%. Но средняя, вот эта сумма, которая приходит в день, вот она, я ее, ну не считаю, что я вот пополнила на 2000. Видите, я ее, так как я пополняю, увеличиваю депозит с кэшбэк-кошелька каждый день. Таким образом, я и могу понимать, сколько я в день получаю. Извините, пожалуйста, можно чуточку уточниться? Uh-huh. Допустим, если сумма неизменная депозита лежит 1000 цифрон, есть ли разница, чеки я буду загружать в течение месяца, либо как можно быстрее их нужно загрузить, чтобы больше процентов шло, или как? А у вас в любом случае на 1000 в месяц будет начислено, ну, допустим, там 15%, которые будут разбиты на 150 дней. И если вы их загрузите в начале месяца, не могу, знаете, ответить на этот вопрос. На 150 дней.
Когда у нас помесячно начислялось, было понятно. А вот хороший очень вопрос вы задали. Не знаю. Опишите его, сформулируйте его вот так правильно, чтобы Антон понял. И отправьте в Сапортино либо в Инстаграме, либо в Телеграме. Вот прям. Спасибо большое. Да, потому спасибо. Что тут мы фантазировать не будем. Я считаю, такие вопросы надо задавать руководству. Ответ потом нам всем в чаты. Спасибо. Спасибо вам за вопрос хороший. Так, ну что, друзья, еще... А можно вопросик, Наташа? Алло. Да, да, конечно. Алло, алло. Если у человека первая звезда, а у него еще кэшбэка нет, если его еще положат 1000, на кэшбэк сколько процентов будет получать? Алло, Лена, если, Лена, если да, да, не, да. Смотри, если у тебя нет кэшбэка 1000, ага. Маркетинг начинается от 1000. Если у тебя кэшбэк там 200, 300, 500, 700, это пока у тебя твой кэшбэк, и он у тебя в маркетинге не работает. Не работает. Вот давайте пойдем обратно теперь в партнерку. Вот. Вот у нас, ну, в моем кабинете, ну, в общем, где у нас? Вот, сейчас мы отмотаем на первый. Вот, смотрите. Для того, чтобы вам начать получать 3% от дохода партнера в вашей первой линии, не от кэшбэка, а только от депозита. У вас должна быть 1000 и товарооборот по кэшбэку, по депозиту 10 тысяч. Вот это, вот здесь вы начинаете получать. То же самое по индексам. Когда у вас есть 1000 личного депозита и 10 тысяч первой линии, здесь вы тоже начинаете каждый день получать 3% от дохода ваших партнеров. А здесь, но здесь ваши партнеры получают 20% в месяц, а здесь получают 6% в месяц. Но товарооборот, это пока он, вот смотрите, вот вы можете запомнить эти цифры, и вы посмотрите, как буквально пару месяцев он просто взлетит здесь, товарооборот. Не каждый теперь сможет зайти на 20 тысяч. А я 49-я звезда. Не говори. Наташа, почему такая разница? 295 товарооборот, а фактически 670. Тоже хороший вопрос, и вы это должны обязательно понимать. Ну. Вот смотрите. Это та формула, которая у нас с первой линии вам в зачет идет 100%, со второй 70%, с третьей 50%, с четвертой 30%. И вот смотрите, четвертая линия. Фактически на 3 миллиона долларов здесь у людей индексов, а в зачет только 930 идет для закрытия звезды. Но 3% я вот с этой колоночки получаю. То есть тут важна и вот эта цифра, и важна вот эта цифра. Вот это ваши звезды в зачет идет, чтобы накопить на закрытие звезд. А вот это ваши деньги. И этот товарооборот важен, и этот важен. Звезды, чтобы с такого количества уровней получать, да, если, например, у вас пятая звезда, то вы будете получать только вот с этого объема 3% от дохода людей. А если у вас первая звезда, то только с этого. А если у вас десятая звезда, то полностью
со всего товарооборота. Понятно. Да, вот меня уже очень радует, что уже здесь 11-я, и здесь дальше не только 11-я, здесь есть и 12-й, 13-й уровень, но он весь в 11-м формируется, и вот уже 33 тысячи даже вот после 10-го уровня. Так что команда у нас очень хорошо растет в глубину, хотя изначально я как бы думала, что ну прям только вот здесь у нас было там 5 активных уровней. Они, конечно, и так видно, что самые активные. Но, тем не менее, глубина тоже, слава богу, начала расти. Также здесь вы можете отдельно посмотреть по индексам. Вот он. Вот в первой линии, допустим, у меня миллион долларов товарооборот. Первой линии. По кэшбэку 77 тысяч. Зато вторая линия 100, третья уже 145, видите? Вот кэшбэк. Меня, конечно, ну, в ближайшее время у нас тут добавится индекс 2, наверное, с 16 числа добавится, наверное, товарооборот по индексу 2. Но это мы все услышим и узнаем. И вот здесь, конечно, вы теперь в кабинете спокойно не искать табличку, можете все просматривать, у вас здесь видно, какой у вас должен быть товарооборот и какой у вас должен быть депозит. Бизнес, конечно, строите сразу себе, я с первого дня это говорила, в три прыжка. Первую цель ставьте пятую звезду. Смотрите, 100 тысяч товарооборот. А теперь посмотрите вот сюда, 13 миллионов долларов товарооборот. Это что значит? Вот я вас понимаю, вы когда смотрите на 100 тысяч товарооборот, я сама такая была, я сама когда смотрела 100 тысяч товарооборот, думала, ого, а миллион, ой-ой-ой, ну это вообще какая-то фантастика была. Это была год назад для меня фантастика. Я думала, ну когда-то будет, наверное. Но потом села, все просчитала и поняла, что это абсолютно не фантастика, это вообще реально. И даже не заходила на машину, потому что знала, что сейчас закрою девятую звезду и получу премию машину. Хотя вот многие партнеры заходили на автомобиль, а я уже вот, знаете, как называется, верила в себя. Да. Поэтому вот я не зря вам эти цифры показываю, чтобы вы понимали, это нормально и это реально. И тем более мы начинали, вспомните, кто вот вместе с кем мы начинали. Не было никаких примеров, никаких кейсов, никаких машин, ничего еще не было. Был просто купи один индекс, получай 10 долларов. И еще очень многие там придумывали, что ой, надо скорее, там быстрее сейчас закроется, ну как на уровне каких-то хайпов, да. И начиная с мая месяца, то предвещали, что мы в мае закроемся, потом в сентябре, потом к Новому году. Теперь уже поняли, что это как-то надо себя реабилитировать. Куда ж столько обещать нам, что мы закрываемся. Теперь придумали нас попиарить в СМИ. Спасибо вам большое. У меня сейчас очень многие партнеры, тем, кто им начинает звонить и говорить, ну что, ну с такой, знаешь, с язвительностью. Ну что, твоя финика, вот теперь прокуратура ими занялась. Это очень хорошо, что ты за мной наблюдаешь, очень хорошо, что ты за моей финикой наблюдаешь. Так вот теперь наблюдай дальше, и я надеюсь, ты теперь придешь ко мне в команду. Как вам такой ответ? Отлично. Да, прямо стараются, и все всякие видики присылают, прям... Вот, так вы же мы говорите, как я рада, что все-таки тебя финика интересует, как я рада, что ты наблюдаешь. Правильно, давай уже дозревай. Понимаете? Любое действие в направлении нашей компании – это плюс, даже если вам сейчас кажется, что это был минус.
любое. И вот когда вы с этой позиции понимаете, то вы очень легко будете строить. Смотрите, 8-й уровень – это всего лишь 400. И вот 10-й, да, миллион. И опять же, а теперь вот сюда, а это уже 5. А 10-й уровень я закрыла в конце июня. Ну, понимаете, рост, вовлеченность людей, интерес людей. Еще показывала вам, здесь меняется вот эта цифра. Смотрите, как только договор закрывается с человеком, или кредит выплачен, или автомобиль там куплен, уже вот этой цифры нет, она все время гуляет. Но на сегодняшний день почти 1100 наших пользователей в каких-то продуктах. Это либо машина, либо недвижимость, либо закрывают кредит. Даже я смотрела вот последние на, сейчас скажу, на покупку автомобиля, да? Вот, по офису смотрела. Смотрите, на покупку автомобиля сколько? Вот зашло только за последние 2 недели. Видите? То же самое на покупку недвижимости. Я уже не говорю про... Сейчас я хочу вам показать по продукту. По продукту совсем уже. Так, где у нас реферальный бонус за покупку индекса? Так. А вот на недвижимость посмотрите. 24 ноября человек зашел на недвижимость, где 1% составил $1144. А вот 1% это $1000. То есть понимаете, на какие суммы покупки недвижимости? Что так тихо? Да, я вам какие-то впечатляющие страшилки показываю. Да, конечно, впечатляет, Наташа. Да, ну я поняла, что надо это показывать. Потому что слова словами, а язык цифр, он всегда самый доходчивый. Хочу вам показать по продукту. Это просто аншлаг. На продукт заходят все время. Где же продукт? Так. Вот. Смотрите. Да, уж продукт самый популярный получается. Смотрите. Каждый день на продукт. Видите, поскольку договоров идет? На продукт. Он самый популярный оказался. Но, как я вам показала, что он оказывается с продлением на 15%, еще выгоднее. Так, друзья, у нас заканчивается, мы уже не будем перезаходить. Я считаю, что достаточно, мы сегодня с Танечкой поработали. Спасибо большое. Она провела замечательное вам обучение. Ведите свой бюджет, проходите различные, ну, эффективные, да, вот если мы Игоря Давыдова рекламируем, Максима Тимченко рекламируем, ну, рекомендуем даже. Почему рекомендуем? Потому что получаем сами там результаты. Конечно, Кирилла Доронина.